Ребят, всем привет, это Даня, вы на канале Brickstar Official. Показали официальное изображение набора из LEGO Ideas «Один дома». Друзья, данный проект я помогал продвигать, и мне очень приятно, что это появится в LEGO. Почему? Потому что здесь грандиозный комплект, возможно, это вообще флагман серии LEGO Ideas, 3955 деталей, $250 будет стоить. Ну и, друзья, давайте скорее посмотрим и оценим. По фигуркам, естественно, будут главные герои. Фигурок в наборе 5, ну да, естественно, можно будет какие-то сценки составлять. Но смысл набора в том, что здесь мы получаем реально огромный и очень впечатляющий дом. Это не модульное здание, он больше, он прям очень солидно выглядит, ребят. Но самое интересное, конечно, внутри. Давайте посмотрим. Весь дом может раскладываться, в нем 3 этажа, и везде есть что-то интересное. Понятно, автор, как и, ну, дизайнеры LEGO, они ориентировались на, ну, «Один дома». Напишите в комментариях обязательно, если вы смотрели, но, думаю, очень малое количество людей про данный культовый фильм не знает. Вообще, сама конструкция дома модульная, то есть мы можем снимать и крышу, и этаж, и в итоге взаимодействовать с набором просто, ну, абсолютно в разных ситуациях. По комнатам пройдемся. Здесь сразу мы можем понять и вспомнить сценки, когда будем смотреть на то, как сделаны комнаты. По комнатам здесь есть столовая, естественно. Также, естественно, мы можем и холл посмотреть, и помещение с камином. Ребят, все проработано довольно неплохо. По поводу дополнительных каких-то элементов, это, во-первых, естественно, фургон, и также что-то типа небольшого домика на дереве. В интерьер, мне кажется, впишется набор неплохо. Как раз скоро Новый год, и он как раз по теме подходит просто отлично. Что своими помещениями, что, естественно, своей темой. Ну и, конечно, в музее LEGO Brickstar на Трубной площади в галерее Неглиной вы сможете увидеть этот набор. Жду всех в гостях, ребят. Он обязательно тут появится. Поддерживайте канал и подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.